Глава района Владимир Дученко 12 марта провел совещание с заместителем главы Игорем Немченко, главой поселка Курагина Сергеем Кнаубом и руководителем управления капитального строительства Николаем Семеряковым. Речь шла о проблемах подготовки участков для строительства в Курагино детского сада на 270 мест из культурно-оздоровительного комплекса. Заказчиком строительства выступает краевое управление капитального строительства. До начала изготовления проектно-сметной документации район и поселок должны обеспечить участки водоснабжением, водоотведением, тепло- и энергоснабжением. Работы должны вестись за счет местных бюджетов. Средств для проведения работ в настоящее время катастрофически не хватает. Участники совещания рассматривали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.